Привет всем. Хочу вот показать вам, пьют ли пчелы зимой воду. Пьют. Я им поставила снег, потому что они очень сильно жужжали. И они этот снег весь выпили. Смотрите, я поставила бутылку с водой. Там есть дырочки. И они эту воду пьют. Вот если я сейчас так нажму на бутылку, там вытекает вода. Смотрите, они ее ищут и пьют. Они пьют воду. Я потрогала, у меня больше 50%, даже я бы сказала 70%. Везде в ульях тепло. Я везде поставила такую бутылку. Я что сделала? Я растопила снег, вот залила в воду бутылку от воды пол-литровую. Вот смотрите, видите, пчелки. Они пьют эту воду. Если они погнали расход, значит, им нужна вода. В общем, такой эксперимент. Посмотрим, чем это все закончится.